это было очень весело и познавательно. И эти два дня полностью оправдали мои ожидания. Я научилась тому, чего хотела. Очень интересно. Первый день был более активный, мы работали в команде, во второй день мы посвятили одной теме, поэтому было очень растянуто и больше информации и как-то более спокойным в темпе. Ну, это было достаточно интересно, весело, то есть много нового узнала о общении, о чем не догадывалась раньше. Я научилась рассказывать о себе людям так, чтобы им было интересно, и при этом слушать их. Правильно и безобидно отказывать людям, чтобы не расстроить их. И как вообще узнавать о человеке, очень много информации за минимальное количество вопросов, как раскручивать его на общение, как вообще быть ему приятным в разговоре и как показывать человеку, что ты здесь, хотя ты не здесь. Я научилась быть хорошим собеседником. Людям, которые не умеют общаться, то есть как бы, ну, для которых это сложно, и они не до конца понимают, как это лучше сделать, то есть как знакомиться с людьми. Людям, которые хотят ну, не хотят сидеть дома, хотят весело провести два дня, хотят научиться заводить друзей, не обижать новых заведенных друзей, в общем, правильно им отказывать и как-то быть более приятным в разговоре вообще со всеми. Людям, которые застенчивы, которые не знают, как познакомиться с кем-то новым, как найти общие темы для разговора, потому что это, ну, не так уж сложно, и можно найти очень много интересных людей, если просто уметь с ними знакомиться и правильно вести диалог.